Здравствуйте, с вами Светлана. И в предновогоднюю пору я решила вместе с вами протестировать, конечно же, товар из FixPrice. Но решила все по очереди. Знаете, как говорится, в очередь товары из FixPrice. И сегодня первый на очереди это у нас готовая смесь печенье имбирное. Секрет пышной выпечки. Цена на нее 55 рублей. Мне очень интересно стало, как же, что же получится. Все с обратной стороны написано. Ничего самим выдумывать не надо и рецепты искать не нужно. Способ приготовления. К содержимому этого пакета нужно добавить 150 грамм размягченного масла, чтобы оно было мягкое, или маргарина. Ну, я думаю, лучше, конечно же, масло. И 40 плюс 10 миллилитров воды комнатной температуры. Не холодной, не горячей, а комнатной. Вот как в комнате температура. Замесить нужно однородное тесто, дать ему постоять 5 минут. Ну и далее мы с вами, конечно же, начнем готовить. У меня есть формочки. В FixPrice, кстати, тоже продаются формочки. Можно купить, но... Я не знаю, мне не понравились ни предыдущие формы, ни те, которые сейчас вот штамповые. Я просто такого вида печенье не люблю. У меня были вот такие формы. Звездочка, потом цветочек новогодний и новогоднее сердце пылающее. Думаю, что будут интересные, красивые формы печенья. Мы с вами сейчас возьмем... Опять же, полотенце из магазина FixPrice. Форму, любую чашку, все что угодно. Салатник, в чем мы будем размешивать. И я взяла две упаковочки. Но за 55 рублей грех не купить. Будем тестировать. Вот, конечно, если невкусное будет, то тогда да. Но посмотрим. И сейчас вам оператор покажет цвет. И у нас изготовитель Таганрог. Что в составе, вы можете сами посмотреть, если вам понравятся печенюшки, которые сегодня мы вместе с вами приготовим. Масло. Масло нужно 150 грамм. У меня здесь 180. Ну, я оставлю немного. Возможно, в дальнейшем я и все добавлю. И 40 или 50 миллилитров воды. И добавляю воду. И теперь все это я перемешаю. Но буду перемешивать не ложкой, так как ложкой это все неудобно. А буду перемешивать... чистыми ручками. Можно, конечно же, и перчатки одеть, но я готовлю для своих домашних любимых, и руки у меня всегда чистые, когда я захожу на кухню. Вот такая смесь у нас получилась. Теперь нужно стол, естественно, вымыть, чтобы он был чистый. И кто мукой присыпет, а я всегда делаю маслом. Я наношу масло. Чтобы к рукам не прилипало и к скалке не прилипало. Удаляем эту массу. Ее еще раз вот так вот. И давайте ее раскатаем. Как заявляет нам производитель, нужно раскатать. Купила я, как сказала, уже две упаковочки. Если понравится, еще сделаем. Я думаю, понравится.
не тонко и не толсто все это раскатать. Духовка уже включена, разогревается. И я это буду все раскладывать на противень. Так тонко не надо. Так, ну хорошо, да? И теперь возьму наши формочки и буду делать из них печенюшки. Так, цветочки. И, конечно же, звездочки. Знаете, тесто, оно не густое, оно получается не жидкое, но такое вот рыхленькое. Посмотрим, что получится. Я, наверное, больше звездочек сделаю и вот таких вот сердечек. Кто любит из вас имбирное печенье? Наверное, здесь немножечко еще. Серединочку. Цветочек. И еще так все. И у нас получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, нормально получается. Плюс вот эти вот мы возьмем, скатаем и еще... Остаточки из них получится хотя бы двое печенюх. Я разложила все на противень. И теперь мы эти звездочки, сердечки и цветочки будем запекать при 180 градусах. Ну что, я думаю, уже готово. Ой, какие они красивые, румяные. Вы посмотрите, какая красота. И вот такие печенюшки у нас получились. На тарелочке из магазина Fix Price. Тоже с прикольным таким принтом. Печенюшки у меня получились... С орехом сверху я посыпала, вторая партия. И первая партия просто имбирное печенье без орехов. Кто любит имбирное печенье, вам очень понравится. Всех с наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья! Здоровья всем! Оно обязательно нужно! А для того, чтобы быть здоровым, нужны чистые мысли. Всем пока-пока. А с вами была Светлана. Вот такое вот печенье. Увидите, попробуйте. Продается в магазине Fix Price на полочках рядом с конфетами.